Привет, привет, все мои хорошие. Сделала я вот такой комплект, очень красивый, из горного хрусталя. Серьги, кулон и браслет. Посмотрите, серьги, гвоздики. На ушках очень смотрятся симпатичненько. Это плетение проволокой, стразы в цапах, бисер японский и жемчуг. Вот такие вот серьги, вот такой вот браслетик на руку, а это на пальчик одевается. Вот на пальчик идет, потом по запястью и застегивается. А это кулон, это колье, вот такое вот красивое колье, прям по шейке ложится, очень симпатично сверкает. Играет свадебное такое колье, комплект очень красивый. И что же вы думаете? Последний раз мы его видим, и я в том числе. Буду его сейчас разбирать, резать, разбирать бусинки. И что-нибудь потом, может быть, другое буду делать. Так как мне оно не продалось. Подарить я его никому не подарила. Использовать я его никуда и нигде не могу. Это очень такое украшение на праздник, на торжество. Поэтому буду разбирать. Наслаждаюсь красотой. Последний раз я на него смотрю и вам показываю. Вот такое колье. На руку браслет и серьги у меня были, можно сказать, в наличии. Обидно, но ничего. Будем что-нибудь другое делать, чтобы был спрос на них.